Снимаю на телефон, потому как поломалась фото-видеокамера. Сейчас она в ремонте. Ремонт стоит 1200 гривен. Гарантии на год. Поэтому снимаю на телефон Samsung S5610. Качество, конечно, не очень. Звук не знаю, сейчас узнаем, как он будет питаться. Вот. Значит, в прошлом выпуске я показывал и демонстрировал 6 своих аудиодисков моего проекта Tour Apart. Но это не все диски группы Tour Apart. Я демонстрировал 6 дисков, которые я продал. Сегодня я продал Tour Apart, свой проект. Такой диск. Root One Man Project, Radical Brutal Death Metal. И Rise Above, новое издание. Тут есть кавер-версия на песню Сплин. Группа Сплин. Короче, вот. Rise Above. Можно пар тоже. И далее. Так, что я хотел сейчас сказать. Сегодня в выпуске я расскажу подробнее о проекте Tour Apart. О дебютном альбоме Metal Necroticism. Но более детальную информацию ты получишь, перейдя по ссылочке внизу под видеороликом. Там есть официальная единственная группа Tour Apart на Фейсбуке. Переходи туда, вступай в группу, и ты прочитаешь статью о альбоме Metal Necroticism, о начале истории группы Tour Apart, кто участвовал и так далее. В последующих выпусках я буду, каждый последующий выпуск будет посвящен следующему альбому. И также, пока видеокамеры нет, более подробную информацию ты узнаешь, вступив в группу на Фейсбуке Tour Apart. Вот, это единственная группа. Ссылочка под видео. Чтобы мне помочь в качественной видеосъемке, если ты хочешь помочь мне материально или подарить какую-нибудь, на твой взгляд, галимую фото-видеокамеру, мне подойдет. Вот у меня Nikon L820. Это уже устаревшая модель, но мне подходит для съемки видео и записи звука очень качественно, в отличие от этого телефона. То переходи по ссылочке внизу на мою страницу на Facebook Максим Бихов. Вот. И там пиши в ЛС, и там мы свяжемся. Вот. Я с удовольствием приму удар. Или если ты в Харькове вживую встретимся, или дам тебе данные, пришлешь мне, я оплачу доставку. Вот. Покупать не за что, извини. Вот. Я играю металл, а металл денег не приносит. Вот. Так, что еще хотел сказать? Вот. Да, в принципе, всю информацию узнаешь, вступив в группу на Facebook. Сейчас играет сингл Metal Necroticism 4, английская версия. Это издание 2019 года. Кстати, приходи в ЛФ-клуб 23 ноября 2019 года. Будем отмечать 20-летие проекта Tour Apart. С нами выступили такие команды, как... Ну, об этом ты узнаешь. Зайдем в группу Tour Apart. Станешь членом группы, и только тогда ты узнаешь об этом. Все. Пока-пока.
Соколи! Полежи! Соколи!